оказали помощь цель визита. Ну, дело все в том, что если говорить от всего от исполнительного комитета, то действительно в городе Южном занимается оказание благотворительной помощи. И когда возникла идея, что, наверное, не идея, а мысль созрела, мы были готовы к тому, что тоже как-то участвовать в этой акции, ну вот для себя выбрали это направление. И с Евгением Николаевичем, со службами и структурами, с которыми мы напрямую работаем, решили оказать помощь госпиталю. Для этого оперативно обратились, согласовали необходимое, как сказал Евгений Николаевич, действительно было очень сжатые сроки. Мы понимали, что транспорт уже на тех конце недели, поэтому работали очень быстро и оперативно. Цель визита, ну, я думаю, не надо делать большого секрета, мы могли это оборудование доставить, в принципе, на дом или попросить другого подрядчика, они бы доставили. Ну, мы хотели привлечь внимание наших городских служб, наших крупных предприятий, наш мелкий бизнес, потому что действительно в стране очень серьезная обстановка, и, наверное, кому как не ранее, сегодня мы тоже должны помочь. В принципе, цель сегодняшней акции была именно так. Скажите, пожалуйста, а крупные предприятия города помогли? Еще раз, я бы не хотела делать сегодня акцент на том, что кто-то не принимал участие. У нас действительно был срок меньше недели. Сегодня мы уже находимся здесь. Все это было очень оперативно, все это было очень быстро. Работали сегодня только те службы, с кем мы работаем напрямую. Финансовое управление экономики, управление капитального будовництва, наши коммунальные предприятия, фонд комбайна, ну и подрядчики, которые принимали в этом участие. Мы широкой полномасштабной акции по сбору в городе или оказание участия в этой акции мы не проводили. Это было очень оперативно, очень быстро. Опять-таки мы знали, что машина уходит, поэтому времени на раздумья не было. Но если есть желающие, мы будем рады любой помощи. Я думаю, мы сегодня согласуем, как мы могли бы в дальнейшем участвовать, какое оборудование, не знаю, может, постельное бюро, что еще конкретно нужно. Вы обратили внимание, мы все ждали по акту приема передачи. Но я так думаю, что мы согласуем следующий список, с которым можно было поработать. Если есть желающие, пожалуйста, присоединяйтесь. Это первая, да, такая акция, да, от города Южного? С госпиталем мы работаем первый раз. Эта идея возникла вот буквально в конце прошлой недели. В понедельник мы ее оговорили и начали работать. А если у людей возникнет желание присоединиться, куда они могут обратиться, как они могут выйти на кого, через кого им связываться, если они вдруг желают? Евгений Николаевич или я, мы всегда на рабочем месте. Это всегда с 9. Минимум, нет, кстати. Начинаем не позже 9, заканчиваем не раньше 6.